Садись. Ты выглядишь неплохо. Пока ехали в машине, мне казалось, что ты не выживешь. Дело в биочипе. Поэтому вы позвонили? Да. Я слышал, что он испорчен. Если его извлечь, это может обернуться для тебя смертью. У Вика слишком длинный язык. И золотые руки. Без него ты бы умерла. Зачем вы мне помогли? Ты была нужна мне живой. И сейчас тоже. Чего вы, собственно, от меня хотите? Для начала, скажи мне, где найти Эвелин Паркер. Эвелин? Зачем она вам? Она в интимных отношениях с Йоринобу Арасакой. У нее есть к нему подход. Я сама хотела бы с ней поговорить. Она обещала, что избавит меня от чипа. Я бы на это не рассчитывал. Она, скорее всего, уже далеко. Вот вы сами и ответили на свой вопрос. Эвелин уже далеко. Почему ты думаешь, что она поможет тебе с чипом? Ей помогает корпорация? Понятия не имею. Эвелин много знала про чип. У нее была засекреченная информация. Не знаю, кто она, но в ней была скользкость, как у корпоративных агентов. Ну, вы понимаете. Во мне тоже есть эта скользкость. Вас выставили за дверь. Ваше место теперь среди изгоев, забыли? Простите, что не смогла вам помочь. Я немного тороплюсь, так что... Ты, подожди. Ты нужна мне. Йоринобу Арасака должен ответить за отца убийства. Ищете справедливости в Найт-Сити? Я хочу отомстить. Здесь это сделать проще. Есть люди, которые помогут мне прикончить Йоринобу. Мне нужно только их убедить. Думаете, они поверят какой-то наемнице? У меня нет других доказательств. Тем более, я здесь никого не знаю. И за мной охотятся. А если я откажусь? Я скажу, что тебя ждет, если ты мне поможешь. Так мы что, зайдем такие в Арасака Тауэр и всем объявим, что Йоринобу преступник? Что он убил Сабура Арасаку? Мы будем говорить с адекватными людьми на нейтральной территории. Есть процедуры, которые помогут установить правду. Детектор лжи? Нет, спасибо. В таком случае, подумай сама. Ты умираешь. Ты не знаешь, как тебе спастись. Во всем виноват чип. Изобретение Арасаки, о котором знают только там. Арасака может тебя убить, но может и спасти. Главное, чтобы нужные люди встали на твою сторону. Политика. Кого конкретно сейчас вы имеете в виду? Есть люди, которым важна Арасака. Те, кто заинтересованы в развитии корпорации. Вы говорите про Андерса Хельмана? Откуда ты о нем знаешь? Я же готовилась к налету. Хельман разработал и создал этот чип. Он только пешка. Я имел в виду более влиятельных людей. Тем более Андерс Хельман бежал из Арасаки. Он предатель. Тебя косо.
Итак, Ханако-сан, я хотел бы спросить вас. Куда ни плюнь, везде Арасака. Эй, я вообще-то слушал. Слышь, не ори! Никому, кроме тебя, не интересны эти корпоративные шлюхи. Что ты сказал? Чё слышал? Не надо, Такемура. Хотя бы один из вас не кретин. Я бы не стала привлекать к себе внимание. Извини, глупые рефлексы. Спасибо за предложение. Я подумаю и перезвоню. Мне нужно время, чтобы придумать план. Ты много выиграешь, если мне поможешь. Только прошу тебя, не уезжай из города. А с чего бы? Скорее всего, только здесь я и найду кого-то, кто мне поможет. Кого-то, кроме специалистов Арасаки, таких людей не существует. Мы только что обсуждали варианты. Андерс Хельман создал этот биочип. Я найду его, и он решит мою проблему. Даже если придется опять перейти дорогу Арасаки. Наплевать. Хельман сбежал от них. Я сам искал его много дней. Он, как это говорится, как камнем, как в воду канул. Слился? Куда? Его приняла какая-то другая корпа? Насколько я понимаю, он действовал один. Хорошо все спланировал. Не оставил никаких следов. Как думаете, куда он сбежал? Не знаю. А вы немало узнали за последние дни. Я не стану сидеть сложа руки. Мне нужно добывать информацию и готовиться к тому, что предстоит. Ну, это ваша работа. Бывшая работа. А зачем вам Хельман? Это от него Сабуру Сама узнал о планах Юринобу. Хельман хорошо знал их обоих, поэтому он может быть ценным свидетелем. Крысы пищат громко, если прищемить им хвост. Я собирал информацию несколько дней. Все пути вели в одно место. В клуб посмертия. Меня там быстро развернула королева фиксеров. Бестия. Приняла вас за пиджака? Решила, что Сабура Сама погиб от моей руки. У Бестии много информаторов. Она знает все, что творится в городе. Я попробую спросить ее насчет Хельмана. Это грубая, жадная и мелочная женщина. Желаю удачи. Андерс Хельман создал этот биочип. Я найду его, и он решит мою проблему. Даже если придется опять перейти дорогу Арасаки. Наплевать. Хельман сбежал. Я... А зачем вам... Это... Крыс... Я... Приняла вас за пиджака? Решил... Убейте... Андерс Хельман, даже если... Ясно. А зачем вам? Это от него. Крысы пищат гром. Я соб... Меня... Вы работали на Сабуру и до сих пор не знаете, как говорить с сильными мира сего? Она не хотела иметь ничего общего с тем, кого называют убийцей Сабура Арасаки. Убейте и много информаторов. Она знает все, что творится в городе. Я попробую спросить ее насчет Хельмана. Это грубая, жадная и мелочная женщина. Желаю удачи. И для начала я попробую поискать Эвелин.
И если она не помогла тебе до сих пор, то уже не поможет. Слышали про воровскую честь? Да. Только у воров как раз нет чести. Есть просто честь. Юринобу Арасака бы с вами согласился. Это Паркер тебе не поможет. На твоем месте я бы приготовил запасной план. Я не могу здесь больше оставаться. Ты можешь делать, что хочешь. Ищи Паркер, Хельмана, кого угодно. Я встречусь с друзьями, которые могут мне помочь. Когда люди из Арасаки будут готовы тебя выслушать, я позвоню. Тогда до связи. Если ты каким-то чудом доберешься до Хельмана, дай мне знать, пожалуйста. Нам с ним есть о чем поговорить. Фастфуд и грязь. Да, в чем-то этот город не меняется. Арасака все так же хочет захватить мир, а мир неумолимо погружается в хаос. По крайней мере, бестия еще жива. Да ты не охренел ли? Сначала пытаешься меня убить, а теперь подмазываешься. Типа ничего и не было. Вообще, чтобы я слышал, не обязательно говорить вслух. Чего тебе надо? Я обдумал все это дерьмо еще раз. Теперь ты нужна мне живой. А не пошел бы ты нахер! А представь, каково было мне. Ты проснулась на свалке, а я в твоей голове. Рядом с твоими мыслями, воспоминаниями. Так что, думаю, мы в расчете. Я успокоился и стал думать, что со всем этим делать. Мы ведь можем помочь друг другу. Давай начнем с бестии. Я ее 1000 лет знаю. С чего я должна тебе верить? Напомни. Веришь ты мне, не веришь, насрать. Сейчас это меньшее, что меня заботит. Ты призрак прошлого, чувак. Все твои друзья или сдохли, или впали в маразм, и нихуя никого не помнят. Сильверхенд умер легендой. Такое не забывается. Допустим, ты знаешь бестию. Что мне ей сказать? Что моя мозговая опухоль — это ее старый дружок Джонни? Да ладно. Бестия слышала и не такую хуйню. Причем в те времена, когда твоя мамаша еще целкой была. Можешь не рассказывать. Я видела твои воспоминания. Жесть. Бестия сделает все, что я скажу. Просто приведи нас в посмертие. Нет никаких нас.
все-таки этот Хулио Бастардо. Вот у Санта-Муэрта его навестило, что... Thank you.